Каждую пятую бутылку алкоголя в столице продают нелегально. Теневой оборот составляет порядка 30%. Эти данные приводит столичный департамент госдоходов. Чтобы вывести алкогольную продукцию из тени и повысить конкуренцию, с 1 января все производители спиртных напитков обязаны оплачивать ежегодный лицензионный сбор. Это необходимо сделать до 20 января. По данным ведомства, для оптовиков налог 200 МРП, а для розничных реализаторов все зависит от города. К примеру, в Астане сумма оплаты составляет 100 МРП. Введение такого сбора является чисто экономической мерой, которая должна упорядочить торговлю алкогольной продукцией. По оценкам департамента, сейчас в столице зарегистрировано почти 2000 лиц, имеющих лицензии на розничную торговлю, и 64 на оптовую. Отмечу, что в случае отказа от уплаты налога предусмотрен штраф от 150 до 700 МРП. Также власти вправе приостановить действие лицензии до полугода.